Друзья, я рада приветствовать всех, кто зашел на мой канал «Сама себе огород». Сегодня я хочу рассказать, как я подготавливаю кусты смородины к зиме. То есть, какой уход за кустами смородины осенью. Так как я уже здесь зеленые ветки, которые были, на которых был зеленый мох, я уже почистила металлической губкой, которая используется на кухне. Также я убрала все сухие такие вот ветки, которые мне мешали, и они не нужны уже здесь. Были такие тоненькие ветки тоже, которые они все равно за зиму высохнут. Я все это почистила, обрезала, все убрала. Кусты чистенькие уже. И что нам осталось? Осталось нам подкормить кусты. Здесь я хорошо взрыхлила землю, перекопала немножко и такие сделала, чтобы более такие луночки, чтобы вода не уходила, то есть подкормка наша. За все лето, которое стояло травяной настой, все лето он еще остался, теперь нам осталось подкормить кусты смородины. Литра настоя на 10 литров воды. И так на каждый куст где-то 5 леек нужно вылить. Это где-то 50 литров на каждый куст. Так вот я подкармливаю на зиму свою смородину. И еще также вот хочу показать, сделать такой вот обзор. Здесь ветки, которые были обрезаны, вот они уже все выросло. Поэтому я надеюсь, что в следующем году у нас будет очень хороший урожай. Вот они уже все ветки с почками, все это выросло за лето. То, что было обрезано, то, что мне не нравилось. И там, где даже были листья с тлей. Вот и все, друзья, что я хотела вам рассказать и показать сегодня свою смородину. Теперь я с вами попрощаюсь. Всего вам доброго, до новых встреч.